Впервые в нашем городе прошел открытый международный турнир «Семей Open» по шинкёкушинкай карате. В масштабном спортивном мероприятии приняли участие около 800 спортсменов. Подробности в следующем видеоматериале. Открытый международный турнир «Семей Open» по шинкёкушинкай карате проходит в нашем городе впервые. В соревнованиях приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет. Среди юных спортсменов были как мальчики, так и девочки. За последние несколько лет областная федерация делает большую работу по популяризации карате шинкёкушинкай в области. И среди спортсменов областной федерации карате шинкёкушинкай Восточно-Казахстанской области есть призеры Казахстана, Азии, Европы и мира. В этом году у нас тоже предстоит тяжелый год, в плане соревнований тяжелого, очень много будет чемпионатов. Несколько чемпионатов мира будет, чемпионат Азии будет, чемпионат Европы. Такой насыщенный год, поэтому я хочу пожелать всем нашим спортсменам, всем нашим представителям команд, тренерам, которые здесь стоят, хорошей подготовки и отличных выступлений. Мы каждый год команду привозим из Республики Таджикистана. Они участвуют, опыт набирают, потому что с Восточно-Казахстанской области, город Семей, сами сильнейшие бойцы, которые участвуют на чемпионат мира, на Кубок мира, на чемпионат Европы. У них очень много серебряных призеров. И есть первые места. Нам здесь очень нравится. Мы приходим сюда, вот, поддерживаем эту команду. Благодаря вот Шихану Сарману Батырхану, представитель шинкёкушинкай карате Восточный Казахстан, и Жанболат Токсанбаев. И спасибо акимат города Семей и управлению спорта за приглашение, за гостеприимство. На международных соревнованиях по шинкёкушинкай карате собрались около 800 спортсменов. Среди них представители из Кызылординской, Восточно- и Северно-Казахстанских областей, и из городов Астана, Алматы, а также из России, Таджикистана и Узбекистана. Спортсмены соревновались в 55 весовых категориях. Я занимаюсь карате уже 4 года и заметил, что у каждого его вида есть свои особенности. Каждый турнир мы ждем с волнением и стараемся хорошо подготовиться. Мы уделяем внимание не только физической подготовке, но и настраиваем себя на победу. Большую поддержку оказывают тренеры. Стараемся всегда следовать их наставлениям. Ранее я уже 3 раза участвовал на подобном турнире и становился призером. К данным соревнованиям мы очень активно готовились. До этого мы съездили в Талдыкурган, Алматы и заняли призовые места. Поэтому думаю, что мы покажем хорошую подготовку. На турнире участники показали свои наработанные навыки и хорошую подготовку. По итогам соревнований в общекомандном зачете Восточно-Казахстанская область заняла 1-е место и поднялась на пьедестал победы. Бахытгуль Казес, Аслан Ертисбаев, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей».